Приветики! Сегодня 28 октября 2021 года, апрелюшке 5,5 лет, и она нам сегодня прочитает стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У камуля дуб зеленый» из поэмы «Руслан» Людмила. У камуля дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там лисы бродят, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках среди невиданных звенит. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там из-за лепы хлынут волны на берег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурые волки ей верно служат. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у муля видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. А ну, я помню сказку эту, поведаю теперь я свету. Умничка моя, молодец.